любите проституток? Я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевые развороты, подлинные призвания. И, конечно, даже проще всего высказать, что женщины вольны, невольно втянуты в это безумие. Слабые, глупые и беспринципные твари, да. Ведь они не просто удовлетворяют спрос, верно? Без них схватить. Любить я проституток. И я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевые развороты, подлинные призвания. И, конечно, же проще всего сказать, что женщины бывают невольно втянуты. Это безумие, слабые, глупые и беспринципные твари, да. Ведь они не просто удовлетворяют спрос, верно? Из них схватить. Любить я проституток. И я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевые развороты, подлинные призвания. И, конечно, же проще всего сказать, что женщины вольны, невольно втянуты в это безумие. Слабые, глупые и беспринципные твари, да. Ведь они не просто удовлетворяют спрос, верно? Из них любить я проституток. И я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевые развороты, подлинные призвания. И, конечно, же проще всего сказать, что женщины бывают невольно втянуты. Это безумие, слабые, глупые и беспринципные твари, да. Ведь они не просто удовлетворяют спрос, верно? Из них сосвязить. Любить я проституток. И я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевые развороты, подлинные призвания. И, конечно, же проще всего сказать, что женщины бывают невольно втянуты в это безумие. Слабые, глупые и беспринципные твари, да. Ведь они не просто удовлетворяют спрос, верно? Из них любить я проституток. И я очень их люблю. Как-никак самая древняя профессия на земле, у которой так много общего с политиками, журналистами, актерами. Ведь и там можно быть как творцом, так и фигляром. Можно транслировать дешевые развороты, подлинные призвания. И, конечно, же проще всего сказать, что женщины вольны, невольно втянуты. Ты в это безумие, слабые, глупые и беспринципные твари, да.